лайки, подписывайтесь на канал. Всем привет. В первую очередь я хочу вам сказать огромнейшее спасибо, что в такую замечательную погоду вы в пятницу пришли именно к нам для того, чтобы послушать интересные доклады. Да, да, спасибо. И в первую очередь разрешите представиться. Меня зовут Дима, я UX, UI-лид в компании DotArt. Я себя считаю не идеальным дизайнером и не идеальным менеджером. Также я сертифицирован в Nielsen Norman Group, куратор в прожекторе. Также я куратор в прожекторе. Это в Украине, пожалуй, самая лучшая дизайн-школа, и она уже выходит далеко за пределы дизайна. Еще я 7 лет работаю в DotArt, это довольно большой срок, и я абсолютно доволен этой компанией, мне здесь очень нравится. Ну и я безусловный фанат нашей команды, здесь на фотографии видна наша команда, к сожалению, она тут в рамках этого фотосета не в полном составе была, но мы еще фотосет повторим, и будет команда увеличиваться. Кто вы? Я приблизительно уже знаю, спасибо, Женя. Скажите, кто работает в одиночку? Окей, круто. Кто работает в команде и руководит этой командой? Кто подчиненный в команде? Круто. Спасибо. Начиналось все с фриланса. Я заинтересовался дизайном, мне стало интересно, что такое Photoshop. Буквально в первый день, как я установил себе Photoshop на компьютер, я сразу же назвал себя дизайнером, я начал рисовать какие-то сайтики, кнопочки. Через какое-то время я создал свой первый сайт, где я громко заявил, что у нас мега крутая дизайн-студия. И после этого я начал работать на фрилансе. Я подрабатывал в роли дизайнера, в роли верстальщика, в роли даже PHP-девелопера. И в какой-то момент я понял, что на фрилансе за неимением реального живого общения с людьми я тупо начал дичать. И в тот момент я начал активно искать способы, как выйти из фриланса, каким образом найти общение с реальными живыми людьми. И я начал рассылать свое резюме во всевозможные компании, какие только можно. Это были маленькие компании, это были большие компании. И буквально на фонарь мне пришел ответ от DotArt. И на тот момент я даже не знал, что компании могут быть настолько большими. И, в принципе, вот я до сих пор работаю в DotArt, это единственный мой работодатель. И начало моего сотрудничества, начало моего взаимодействия с DotArt на самом деле не было таким безрадужным и счастливым, каким оно есть на данный момент. Радужным и счастливым, какое оно есть на данный момент, хотя факапы встречаются и сейчас. И в самом начале была вот такая вот ситуация. Все проекты, которые заходили в DotArt, они эстимировались проект-менеджерами в лучшем случае. И на любой проект, на любую работу ответ был стандартный. Это один дизайнер вольнет за 80 часов, то есть за 2 недели, все будет окей. И на самом деле это были довольно большие муки для дизайнера в первую очередь, хотя на тот момент уже была плюс-минус какая-никакая команда дизайнеров, но они были все распределены по разным локациям. И когда ты один, когда тебе не с кем пообщаться по поводу дизайна, по поводу тех решений, которые ты принимаешь, на самом деле очень сложно. И в какой-то момент, спустя 2 года, я попал во Львове на такое мероприятие IT-арена. Это считается одно из самых больших IT-мероприятий в целом в Восточной Европе. И туда приезжают огромное количество крутых спикеров, которые рассказывают про свой опыт в крупных компаниях. И на IT-арене был целый поток, посвящен UX-дизайну, и где ребята из довольно крупных IT-компаний, в принципе, наших конкурентов, рассказывали о том, какие у них процессы в их дизайн-отделах, что у них есть команды, где все решения дизайнерские принимаются коллективно, где у них там воркшопы, где они расклеивают стикеры на стенах. Это было настолько охренительно, что у меня в какой-то момент начала гореть задница от того, что у нас такого нету. И когда я увидел, что есть большое количество вот таких крутых компаний, а наша компания особо нас не ценит, я четко принял решение, что я увольняюсь. И мне на тот момент уже прислали оффер от нашего прямого конкурента, который нас
бьет иногда, и с которым мы боремся в плане ресурсов. И я озвучил эту новость нашим менеджерам, что, чуваки, не рассчитывайте на меня на следующий проект, потому что я ухожу. И в какой-то момент ко мне пришел Саша Никитенко, это глава Харьковского офиса, и начал меня расспрашивать: чувак, что произошло, почему уходишь? Я ему объясняю: я один, я устал, мне не с кем советоваться, мне не с кем делиться, я разрываюсь там между разными проектами. Ну, Саша говорит: ну окей, какое ты видишь решение? Давай создавать команды. Окей, давай. Что для этого нужно? Давай нанимать дизайнера, вот мне в подчинение, будем с ним работать. Он такой: ну окей, давай попробуем этот эксперимент. И если этот эксперимент взлетит, то дальше тебе будет намного проще, мы сможем каким-то образом развивать всю эту движуху. Окей, и я таким образом, нет, теперь я не увольняюсь, DataArt, все отлично, все замечательно, меня устраивает, меня любят, меня ценят, мне дают возможность. Возможность, в принципе, это самая клевая, самая интересная штука, которая может быть. И так мы наняли в харьковский офис Юру, и началась наша, моя история как командного игрока, как лидера команды, и, соответственно, начались первые факапы. Первые факапы были связаны с тем, что я не знал, как руководить, как управлять людьми, как ставить задачи, как объяснять, что есть хорошо, что есть плохо, и начал набивать свои первые шишки, с которыми, в принципе, сейчас мне значительно проще. Эти шишки мне помогли стать лучше, лучше мотивировать членов команды, лучше рассказывать, что нужно делать и как нужно делать, и в конечном итоге не сильно-то и прессовать команду. И первый факап, основной факап, который был, это менеджмент ожиданий. И одно из основных ожиданий начинающего менеджера – это то, что ты сидишь и ничего не делаешь, а твои подчиненные все делают за тебя, твоя задача просто вовремя приходить, забирать зарплату, и все замечательно, дизайны рисуются. На самом деле ситуация немного отличается, и ты как менеджер, ты ходишь и пинаешь тех людей, которые пинают то, что они должны пинать. И когда я понял, осознал эту ситуацию, я начал учиться, каким образом мне доносить людям правильные задачи, каким образом мне от людей требовать либо просить правильного выполнения тех или иных вещей. И в конечном итоге я пришел к такой ситуации, что как бы, если ты человека не попросишь, если ты человека не начнешь активно мотивировать, то креатива не получится. И по факту работа менеджера в дизайне – это постоянная работа с персоналом, когда ты пытаешься с ним генерировать какие-то крутые идеи, которые в конечном итоге вы тестируете, потом генерируете новые идеи, и в конечном итоге у вас все получается мега круто. С Юрой эксперимент, в принципе, удался, мне с ним очень понравилась работа. Дальше мы начали нанимать уже во львовской локации. Юра был в Харькове, хотелось нанимать людей поближе, потому что с ними реально проще пообщаться. И мы наняли Алену Шостакович в роли нашего практиканта. И на данный момент Алена – это уже второй по счету в нашей команде львовской лид и после меня. И после того, как у меня получилось два мега крутых эксперимента, когда вышло все круто с Юрой и вышло все круто с Аленой, у меня нарисовался следующий факап, который называется самоуверенность, когда я понял, что любого дизайнера, которого мы наймем в следующий раз, с ним будет точно такой же успешный результат. И на самом деле я ошибся. Мы наняли вторую практикантку, с которой у нас не получилось таких сладких отношений, как были с Аленой и как с Юрой. И в конечном итоге те подходы, которые были, они абсолютно не работали. Мне было сыкотно признать, что как бы у меня что-то не получается, как у менеджера. А в компании есть практика, когда у тебя есть подаван, трейни, то у него есть три промежуточных условно тестирования, экзамена перед другими сеньорными дизайнерами в компании. И выходило так, что процесс с практикантом
был очень-очень тугим. Было очень сложно объяснять, что нужно делать. Было сложно бороться с мнением практиканта. Было сложно ему, ей рассказывать, как правильно. Было сложно объяснять. И в конечном итоге выходило так, что каждый месяц экзамены, ревью было... проходилось на отлично, но я испытывал колоссальную боль с этим человеком, мне было сложно продолжать, и в третий месяц после того, когда эта девочка получает третью по счету пятерочку, потому что все мега круто выглядело, я прихожу к Насте и говорю, что типа нет, не берем. В смысле не берем? У нее же пятерки, не получается. А почему раньше не сказал? Не знаю. И по факту сформировалось... такое мнение, такое понимание, что не все люди идеальны, и идеалов не существует, и, в принципе, те вещи, на которых ты учишься, они, скорее всего, не будут такими же в будущем, да? И мы поняли, что нам для того, чтобы разбивать эту самоуверенность, нам нужно более детально подходить к подбору персонала. И в первую очередь вопрос, который возникает у, пожалуй, любого менеджера, который хочет развить свою команду, это каким образом искать людей. Если ты вывесишь вакансию у себя на сайте, то, скорее всего, к тебе придут только те люди, которые действительно в отчаянии пытаются найти себе работу, и не всегда это будут те люди, которые действительно мега крутые. И лучше всего искать людей, искать толковых дизайнеров, да и не только дизайнеров, это в социальных сетях. В первую очередь важно развивать свой нетворк, важно общаться, коммуницировать с другими дизайнерами, ходить на всевозможные дизайн-эвенты для того, чтобы в друзьях было большое количество дизайнеров. Либо, если вы не дизайнер, людей вашей специальности. И как только у вас собирается такой нетворк, то вы спокойно можете кидать клич в социальных сетях, в группах профильных, говорить, что вы ищете людей, и в конечном итоге вы сможете найти тех людей, которых вы ищете, тех людей, которые будут идеально мэпиться в вашу команду. Как только вы сделали предварительный отбор людей в социальных сетях, с кем вы готовы продолжить путешествие, идет следующий этап в виде тестового задания. Безусловно, тестовые задания для профессиональных людей, они кажутся нудной тратой времени, лучше не выполнять его, зачем мне там, тратить свои 8-9 часов на то, чтобы кому-то что-то доказать, ведь я профессионал. Но тестовое задание в первую очередь показывает, как человек мыслит, как человек читает требования и как человек выполняет то, чего от него хотят получить. После того, как мы отсеяли людей после тестового задания, мы стараемся не делать очень сложное тестовое задание, его можно выполнить там, буквально за 3-4 часа, но если там, человек все-таки хочет быть практикантом, то там задание там, часов, наверное, на 20-30. Следующим этапом является собеседование, где нам очень важно понять и подтвердить, что человек действительно умеет мыслить. Мы с ним общаемся, мы задаем вопросы о том, в целом, какие факапы у человека были, потому что именно умение признать свои ошибки, оно позволяет понять, что дизайнер, скорее всего, качественный. Дальше мы задаем некие ситуативные задачки. У нас одна из наших любимых во Львове задачка, это когда мы соискателю предлагаем задачу, что есть клиент, который занимается изготовлением гвоздей, и он хочет создать мобильное приложение, которое будет в App Store и будет заниматься исключительно продажей гвоздей. И спрашиваем, каким образом этот дизайнер решал бы проблему. И очень много людей пытаются рассказывать о том, что вот я бы начал там вайрфреймы рисовать, вот потом начал бы кнопочки раскрашивать и так далее. И у многих людей даже не возникает мысли о том, что люди, которые хотят найти гвозди, они тупо не будут искать приложение по продаже гвоздей в App Store. И это, в принципе, вот такие ситуативные задачи, они позволяют сразу понять, что с человеком, скорее всего, не нужно будет работать. Либо нужно задать какие-то уточняющие вопросы, которые позволят, в принципе, открыть и показать мыслительный процесс этого человека. И в процессе формирования и создания нашей команды мы поняли то, что
Команда звезд на самом деле хуже, чем команда звезда. И когда мы сталкиваемся в процессе подбора людей с зазвездившимися людьми, то они, скорее всего, будут довольно токсичными в нашей команде, потому что у нас нету каких-то мега-гениальных, мега-крутых людей. Но когда эти незвездные люди собираются вместе, у них образуется некая синергия, которая позволяет делать действительно крутые вещи. И проводить время вместе круто, и решать клиентские задачи круто. И вот мы собрали нашу команду, на тот момент это уже было 4-5 человек, и мы ворвались в проект мечты. Это была социальная сеть, у которой было огромное количество пользователей, где клиент, в принципе, готов к тому, чтобы проводить абсолютно все исследования. И мы такой: давай как по книжке, давай. И мы начали полностью проводить детальное исследование, приводить людей на интервью. Мы начали с ними общаться, мы начали проводить максимально детальные этапы проектирования интерфейса. Мы начали использовать Акшура, давай делать то, давай делать это. Клиент доволен, ему нравятся те результаты, которые у нас происходят. И мы после того, как сделали довольно массивный, кликабельный, вернее, даже на тот момент это был динамический прототип в Акшуре, мы уже переходим к следующему этапу, давайте делать UI-ку, социальная сеть. Клиент просит креатива, а наши прототипы, наши wireframe, в принципе, нам не дают возможности креативить, потому что мы четко завязаны на них. И мы поняли, что что-то у нас не то с процессами, и, возможно, идеалов не существует. И это был нашим третьим факапом. И в конечном итоге мы поняли, что для того, чтобы избегать такого рода процессуальных факапов, нужно чуть больше внимания уделять тем правилам и тому процессу, который мы привносим в клиентские проекты. И мы выработали основные критерии к тому, какие инструменты мы используем, как мы приоритизируем проблемы, как мы коммуницируем с клиентами, как мы проводим продажи как внутренние, так и внешние. И в принципе мы выработали условный единый процесс, как у нас проходит проект от этапа продаж до delivery, либо как мы смотрим на проблемы клиента, чтобы решить их потребности. И это позволяет нам, в принципе, заменять людей, если, не дай бог, кто-то заболел в команде. Мы выработали способы, как коммуницировать друг с другом, потому что раньше было огромное количество всевозможных способов пообщаться. Те же скайпы, те же почты, слэки, тимс и прочее. Мы выбрали для себя самое удобное, что для нас наиболее удобный именно слэк в рамках команды. Безусловно, с разработчиками приходится общаться так, как выработано в проекте, хотя мы иногда, вернее чаще, предлагаем перейти на слэк. В почте колоссально неудобно общаться, но, с другой стороны, почта позволяет прикрыть свою задницу в случае каких-то договоренностей, сорванных на стороне клиента. Точно так же у нас есть договоренности по поводу инструментария. Мы долгое время все единогласно топили за Photoshop, потом появился Sketch, мы начали его активно использовать в связке с Zeppelin. Сейчас мы уже смотрим в сторону того, что Zeppelin-то уже как бы и не нужен, потому что в InVision можно то же самое использовать. И процесс выбора инструментов, он у нас как бы регулярно пересматривается, и мы его перерабатываем. То же самое касается исследований, то есть мы четко знаем, что зачем идет. Все, что касается сеток, типографики, UI-китов, дизайн-систем, у нас четко описано в нашей базе знаний. Работа с файлами, ну и, безусловно, ведение базы знаний, которая на самом деле введение ее довольно сложный процесс, довольно сложно поддерживать ее в актуальном состоянии, сложно себя заставлять заходить в нее и смотреть, что происходит в команде и где чему можно поднаучиться. Но если вы выработаете привычку у себя в команде заходить в базу знаний, регулярно ее пополнять и обновлять, то в конечном итоге вы без нее не сможете жить. И вроде бы все замечательно полетело, поплыло. И я столкнулся с такой проблемой, что как бы меня не хватает на все проекты. У меня
В параллели было 4-5 проектов, где в каждом проекте есть отдельный дизайнер, либо несколько дизайнеров. Я понял, что как бы все, я разрываюсь. Я не могу одинаково эффективно контролировать разные проекты, чтобы они клево выполнялись. И проблема здесь была связана с тем, что нужно было каким-то образом масштабироваться, если мы хотим использовать больше проектов. И в тот момент, когда я столкнулся с этим факапом, я понял, что как бы я могу вот сейчас вот-вот перегореть. И мне дали очень клевую рекомендацию: попробуй все-таки замасштабироваться, проклонировать себя, подтянуть следующих людей, которые будут помогать тебе реализовывать твои же задачи, твои же цели. И первая и основная задача, которая стояла передо мной, это научиться делегировать задачи в процессе того, когда мы растим наших юных лидов. Это тогда была Алена. И самое сложное для меня, как человека довольно перфекциониста, это то, что задачи выполняются не так, как выполнил бы их я. И с этим было довольно сложно. И в какой-то момент я понял, что если я хочу, чтобы задачи таки выполнялись, чтобы человек, который выполняет эти задачи, был довольно замотивирован, то нужно, по сути дела, отпустить. Да, безусловно, факапы будут у этого человека, но это уже будут его факапы, а не мои. И таким образом, постепенно, начиная с мелких задачек, постепенно вовлекая в ту рутину, в те процессы, которые выполнял я уже увидел, что Алена учится быть лидом, у нее получается справляться с другими дизайнерами, но не со всеми. От одного дизайнера у нее очень сильно бомбило, и она прям вот его начала ненавидеть. Хотя до того, как они просто взаимодействовали в рамках команды, было все плюс-минус хорошо. Они выполняли свои задачи, я наблюдал за процессом, мне все нравилось. Но вот когда Алена стала у этого дизайнера лидом, то вот здесь начались проблемы. Он не догонял, она неправильно ставила задачи, и в конечном итоге был некий накал страстей. И моя задача в тот момент была как раз-таки ворваться, помочь разрулить этот конфликт, подружить и помирить этих дизайнеров, и в конечном итоге плюс-минус получилось. Да? И сейчас Алена абсолютно готова работать с тем дизайнером, с которым она грызлась и бомбила на него. После этого мы начали нанимать еще больше и больше и больше и больше людей. У нас начали возникать перспективы того, что давайте делать еще больше лидов. И в какой-то момент у нас произошла некая стагнация из-за того, что мы очень бурно выросли, как мыльный пузырь. И по факту этот мыльный пузырь внезапно начал лопаться. Причем причины того, что этот пузырь лопался, были абсолютно разные. От того, что кого-то просто захантили, до того, что людям было скучно из-за того, что не было достаточного количества проектов на довольно масштабную команду. И после того, как мы довольно сильно пострадали, у нас было на тот момент порядка 12 человек, потом мы спустились на количество 7, это был довольно сильный удар для нас. Но мы в конечном итоге начали думать, как нам избавиться от такой проблемы в будущем, как нам следует нанимать, и мы пришли к такому выводу, что мы ни в коем случае не можем нанимать больше, чем 1% людей от того количества, которое есть у нас на данный момент. Да? Если у нас на данный момент 9, то, соответственно, не больше одного человека за раз нанимать. И с того момента мы вот чуть-чуть подросли, нас на данный момент 9, и мы начали вырабатывать процессы, которые позволят удержать команду в случае, там, если команде будет нечем заниматься, если будет высокий айдл, так мы бенч называем внутри компании. И одним из основных процессов, которые мы начали активно развивать, это была именно база знаний. Здесь мы видим страничку менторской программы, которая есть в нашем локальном конфлюенсе. И это один из способов, во-первых, все держать в одном месте. Если у нас появляется какой-то новенький участник команды, мы сразу его знакомим с нашим конфлюенсом. И помимо этого у нас внутри команды есть менторская программа. Каждый член команды
обладает некими уникальными знаниями, которыми он готов и хочет поделиться с другими членами команды. И это позволяет нам органично вырастать внутри самой команды за счет знаний людей, которые там участвуют. Следующая штука, которая нам очень активно позволяет разруливать все вопросы внутри команды и избавиться от горлышка, бутылочного горлышка, это как раз-таки распределение людей по неким зонам ответственности. У нас в команде есть несколько зон ответственности. Первая – это обучение талант-менеджмент, вторая – продажи, третья – жизнедеятельность команды, четвертая – пиар и пятая – непосредственно проектный менеджмент. И, как вы видите, в разных зонах ответственности вовлечены разные люди. Некоторые люди повторяются, но, тем не менее, это позволяет иметь четко ответственного человека за определенное направление. И на всевозможных наших митингах планирования мы четко понимаем, кто будет заниматься, например, внутренним нашим пиара внутри компании, а кто будет заниматься внешним. И это позволяет существенно разгрузить меня как менеджера этой команды и позволить более эффективно заниматься, например, в продажах либо в обучении наших сотрудников. Следующий момент, без которого вообще команда жить не может, это планирование. Мы долгое время барахтались как корабль во время шторма, да, без всякого долгосрочного планирования, и поняли, что если мы не начнем делать себе чек-листы, о чем мы хотим как команда, то у нас ничего не получится. И мы пришли к тому, что все-таки, несмотря на то, что мы находимся в одной комнате, мы постоянно регулярно общаемся друг с другом, нам все-таки нужен тот же weekly stand-up, где мы банально выходим на 30 минут в понедельник, рассказываем, что у нас произошло за прошлую неделю, чему мы научились и какие у нас планы на будущее. При этом в weekly stand-up у нас добавлены отчеты по зонам ответственности. Мы делаем месячные ретроспективы и планинги. Раньше у нас это было разбито на 2-часовых митинга. В конечном итоге команда сказала, что это очень долго, это очень уныло, и у нас просто закипает мозг. Давайте как-то объединять. Давайте объединять. Объединили все в 1-часовой митинг, и замечательно у нас получается и рассказать, что было хорошего и плохого за прошлый месяц, и заодно, исходя из этого хорошего и плохого, спланировать следующий месяц. Были у нас годовые ретроспективы и планинги. Мы в конечном итоге отказались из-за того, что на годовой ретроспективе и планинге мы очень-очень много всего планируем. В самом начале мы активно загораемся, давайте фигачить, давайте делать, и через какое-то время мы сдуваемся. И, соответственно, мы решили эту итерацию немного сократить до квартальной ретроспективы и планинга, и теперь мы планируем на 3 месяца, и так значительно проще. Один из основных моментов в командной работе – это one-on-one. Мне поначалу казалось, ну, я и так с командой довольно активно общаюсь и знаю, у кого какие проблемы, у кого какие боли, но я не помню, где я вычитал, либо кто мне подсказал, что все-таки one-on-one – это полезная штука. Мы начали постепенно внедрять это в команде, и мы получили огромный позитивный фидбэк от членов команды, что это действительно им помогает справиться, там, возможно, с какими-то психологическими проблемами, да, внутри команды, либо попросить то, о чем было, допустим, стеснительно, вот взять, прийти, подойти, чтобы тебе дали совет. При этом у нас есть 2 типа one-on-one с 2 разными лидами. Один one-on-one проходит со мной, он больше такой про организационную структуру. И второй one-on-one у нас проходит с Аленой, где она проводит one-on-one по матрице компетенции. Матрица компетенции – это мега-охранительная штука, которая у нас наконец-то в компании, во всей компании появилась, где мы можем трекнуть успеваемость наших сотрудников, подсказать, что им нужно выучить для того, чтобы расти дальше и каким образом развиваться.
И у любого члена нашей команды теперь есть четкое понимание, что ему нужно для того, чтобы стать, допустим, сеньором, либо стать мидлом. Он сверяется с тем, что есть в матрице компетенций. Если чего-то ему не хватает для следующего уровня, для него собирается вот такая Trello-доска, в которую есть список того, что нужно сделать. И мы, как менеджеры этой команды, видим, что у человека уже сделано и когда уже можно будет с ним общаться про следующий грейд. И, пожалуй, как мне кажется, один из наиболее важных ингредиентов в успешной команде – это совместный досуг. Мы очень много времени проводим вместе, у нас много разных движух, выездов за город, выходов в люди, совместных игр. Мы смотрим видосики вместе, и это нам позволяет быть на одной волне, это позволяет нам иметь некую синергию и получить нечто большее, чем просто быть сотрудниками. И когда есть вот такой совместный досуг, команде значительно интереснее приходить в офис для того, чтобы встретить еще один очень интересный день в коллективе. И я на самом деле четко понимаю, что я там в отпуск не могу пойти, потому что мне начинает скучно быть банально, что нету постоянной активной движухи в коллективе. Снова-таки, тут все зависит от того, насколько большая загрузка проектная, и чем больше проектной занятости, тем меньше всевозможных вещей, связанных с досугом, и наоборот. Но мы в любом случае уже привыкли к тому, что кто-то всегда найдется и скажет: блин, а у нас давно не было тимбилдинга. Окей, собираемся, идем, встречаемся и валим на тимбилдинг. Либо: ребята, мы там давно не были там в Карпатах, поехали в Карпаты, окей. Собрались, рванули. Ну и вот у нас один ближайший тимбилдинг, который будет, это 1 июня к нам приезжает Юра из Харькова, и мы будем очень активно тусить. И возникает вопрос, что больше будет дальше? И я четко знаю, что дальше будет какой-то следующий факап. И следующий факап – это на самом деле следующая точка нашего роста, следующая точка моего роста, которая позволит научиться чему-то очень интересному, которая позволит стать еще круче и укрепить нашу команду. Несколько рекомендаций в самом конце. Если вы менеджер, да и не только менеджер, да, читайте и саморазвивайтесь. На самом деле в какой-то момент происходит такая ситуация в профессиональной деятельности, когда ты приходишь на любую конференцию, и ты понимаешь, что, блин, что-то слишком банально, слишком много какой-то инфы, которую я уже давным-давно читал, которая уже давным-давно обжевана во всевозможных блогах. И если ты ловишь себя на этой мысли, то это уже проблема. Поэтому старайтесь развиваться где-то в каких-то соседних отраслях, либо найдите какую-то отрасль, которая кардинально противоположна, допустим, IT, но при этом она позволит привнести что-то полезное непосредственно в вашу работу. Не забывайте развиваться именно вместе с командой. Делитесь прочитанным. У нас в команде есть такая традиция, которая называется book review. Если кто-то прочитал какую-то очень цепляющую книжку, мы собираемся вместе, этот человек рассказывает о том, насколько эта книжка охренительная, дает какие-то рекомендации, и люди уже дальше почитывают эту литературу. Ведите людей за собой, показывайте, к чему вы стремитесь, какие у вас цели, обсуждайте эти цели вместе. И когда у команды, когда у коллектива есть одна общая цель, когда у коллектива есть одна общая миссия, им значительно проще быть все вместе, рядышком и двигаться в верном направлении, чтобы не было как лебедь, рак и щука. Внимательно слушайте своих сотрудников, то, о чем они говорят, да? И не всегда какие-то проблемы у членов команды будут озвучены вот именно вот прямо. Некоторые вещи могут быть озвучены косвенно, и здесь уже такой soft skill понять, что у человека есть какая-то проблема, что ее нужно каким-то образом решить. Либо трудность, а боится просто сказать, что ему трудно. Просто подойдите, спросите и предложите свою помощь. Важно научиться ставить задачи,
которые вы четко описываете дедлайн, вы четко описываете задачу, вы четко описываете результат, форму результата, которую вы хотите получить, и дайте возможность человеку самому справиться с этой задачей. При этом не забывайте контролировать выполнение этой задачи. Вводите в курс дела. У нас в команде в целом выработана такая система, что у нас абсолютно прозрачны все взаимодействия, которые есть. Если я там где-то услышал какую-то информацию на чуть более высоком уровне, я, скорее всего, эту информацию донесу до команды для того, чтобы она понимала вот вообще, куда движется наша компания, да, что у нас будет дальше, к чему мы стремимся. И чем больше команда понимает, чем больше команда видит и знает, тем более спокойно она себя ведет, тем лучше она выполняет свои задачи. Потому что если человек варится в какой-то закрытой темной комнате, то ему очень сложно справиться с какими-то страхами, справиться с какой-то паникой. Важно доверять команде, не бояться того, что члены команды могут налажать. На самом деле те факапы, которые у них будут в жизни, они позволят им развиваться. И просто отпустите. Да, безусловно, контролируйте, но не максимально жестко, а просто направляйте, позволяйте человеку самому научиться на своих ошибках. Ну и важный момент, который касается не только менеджерской работы, не будьте мудаком. Если вы вашим членам команды что-то пообещали, то выполните свое обещание, не подставляйте их, не пытайтесь обманывать, либо играть в какие-то внутренние подковерные игры. Предательство – это, пожалуй, самая такая опасная штука в социуме современном. Ну и, в принципе, здесь вы можете почитать литературку, которую мы вам готовы презентовать с точки зрения того, чтобы почитать список литературы по user experience дизайну, по customer experience дизайну, сервис дизайну, по продажам. Ну и там есть Trello-доска, которая вам, скорее всего, будет бесполезна. Она на украинском языке. И подписывайтесь на наши каналы. Спасибо вам. Это мой Insta, Facebook. Mushrooms – это наш Instagram команды. Мы его введем, но редко, когда есть что-то вдохновение. Спасибо. Какие у вас есть вопросы? Да, спасибо, Дима. Мне кажется, я узнала очень много доселе неизвестного из этого доклада. Было очень интересно. Мы делали это втайне от тебя и хотели сделать сюрприз. Я так и поняла. Давайте вопросы. Осторожно, глаза, вот сейчас будет больно. Да? Нет? Ты передумал? Дима, спасибо. Спасибо. Серега из Simrush, все еще. Хотел задать такой вопрос. One in one – это просто с глазу на глаз или какая-то методология? Да, это общение с глазу на глаз. Безусловно, у нас есть план проведения one-on-one, который мы точно так же зафиксировали в нашей базе знаний, и каждый знает, о чем будут общаться. В принципе, спрашиваем о том, как себя человек чувствует в команде, да, есть ли у него какие-то более проблемы, к чему он стремится. Задаем вопрос о том, а как он там себя видит через ближайшие там, 2, 3, 5 лет. И нам интересно понять, как меняется мнение человека на протяжении там, от месяца к месяцу. Понятно, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. У меня на самом деле много вопросов, но, наверное, самое основное – это про внутренний пиар. Вы сказали, что у вас есть отдельные люди, которые этим занимаются. В чем это состоит все-таки? И вопрос еще был важный, мне кажется, не затронутый, про исследование и дизайн-системы. Было написано, что они у вас есть. Mm-hmm. Как распределяются обязанности внутри команды на поддержание дизайн-системы, на исследования, если они проводятся прямо? Вы сказали, что у вас есть четко выверенный процесс, который все знают. А как вы это доносите, есть ли это база знаний, и в общем… Спасибо. Про внутренний пиар. На самом деле уже было озвучено Наташей, что как бы, если вы не рассказываете о себе, не показываете, что вот мы умеем делать, то о вас никто не будет ничего говорить, никто о вас не будет думать.
И внутренний пиар заключается в том, что мы пишем какие-то статейки, мы проводим внутренние воркшопы для наших сотрудников. Один из воркшопов будет, допустим, завтра, да, где мы для сотрудников DataArt проводим воркшоп по Customer Journey Map и Service Blueprint. Что касается исследований и что касается про дизайн системы, то в принципе у нас так исторически сложилось в DataArt, что мы все UX, UI дизайнеры, да, изначально у нас было так, что мы UI, UX дизайнеры, да, потом мы переименовались немного в UX, UI дизайнеры, и все по чуть-чуть знаем и от UI-ки, и от UX проектирования. Сейчас мы в принципе стараемся перейти от такого деления на сегментирование, да, UX-дизайнеры и UI-дизайнеры. И поэтому выходит так, что каждый по чуть-чуть из разной литературы, из разных книжечек знает о разных методах исследования, либо о разных методах построения дизайн-системы. И когда сводишь людей в единый проект с разношерстными знаниями, то получается то, что я это учил так-то и так-то. А я считаю, что как бы интервью это bullshit, давайте засылать опросники. Почему и как? И мы просто коллективно выработали подходы, каким образом мы занимаемся и исследованиями, и UI-кой, и созданием дизайн-систем. Добрый вечер. Спасибо большое за динамичненькую такую презентацию. У меня больше не вопрос, а может быть вы можете дать какие-то советы по ведению базы знаний, потому что база знаний — это вот прям личная такая боль, и чтобы у ваших коллег не возникало ощущение, когда их там посылают что-то почитать в конфу, чтобы у них не было ощущения, что их прям послали далеко, в конфу. И это прям искренняя боль, потому что там очень много информации, но там поиск какой-то неадекватный, не в той ветке кто-то занес, там меток нет, еще что-то. Что делать? Спасибо. В первую очередь нужно найти человека, который любит большое количество писанины, и заделегировать эту задачу ему, чтобы он вел конфлюенс. Да? И, в принципе, этот человек будет уже владельцем знаний о том, как вести конференц и куда направлять дизайнеров. И, ну и не только дизайнеров, да, и ни в коем случае не нужно говорить, там где-то в конференце есть. А если человек просит какой-то вещи, то как минимум дать ему ссылку, да, где это может быть написано, либо раздел, в котором это может быть написано, чтобы человек не боролся с содержанием в конференце, да, с этим пространством. И, в принципе, еще лучше через какое-то время подойти к этому человеку и спросить: слушай, ты там приходил с проблемой, у тебя получилось ее решить? Если не получилось, то помочь ему эту проблему решить. Потому что люди часто могут стесняться задать вопрос. Спасибо вам. Спасибо. Саша из TradingView. Ну, первое мне очень рвануло ухо про правило 1%, потому что там 10%, 9 человек на одного — это 10%. Еще раз. А чем именно рвануло правило? Ну, правило 10%, а не одного. Да, спасибо. Я думал, это проверка была. Ну и второй момент. Вот ты упоминал, что был Photoshop, да. Потом стал Sketch. Я вот ждал, что дальше будет Figma. И если нет, ну или что ты думаешь про этот инструмент новый? Это мега-охранительный инструмент, но так как мы гребем на галере, и у нас большое количество NDA, то мы просто по условиям NDA не можем хранить в облаке материалы. Что-что? У себя во внутренних пространствах. Ну, в большинстве случаев, да, не можем. Уже есть, да, знаем. Ну, Sketch исторически сложилось удобнее, но тем не менее у нас, вот, допустим, Света спокойно фигачит сейчас в Figma, ей это нравится, и никто ничего не запрещает. Проект позволяет, почему бы нет? Не... Безусловно, да. Это очень круто, да.
Да, у меня на самом деле не вопрос, а комментарий. Я пытаюсь максимально мягко. Да, прошу прощения. Просто это на самом деле одна из худших презентаций, которые я когда-либо видел. Спасибо. Не думаю, что тут надо благодарить, потому что в первую очередь, конечно, гифки, которые забирают все внимание. Потом довольно специфичный язык изложения. Ну и в целом, может быть, у вас есть ответ, как это соотносится вообще с областью знаний дизайн UX, то есть то, чем вы занимаетесь, и то, как выглядит ваша презентация. Спасибо. На самом деле, спасибо большое за ваш комментарий. Мне очень приятно, что вы вот обратили внимание именно на эти гифочки, потому что гифочки добавлялись специально, потому что презентация планировалась исключительно фановая для того, чтобы поржать, но при этом получить некоторые инсайты, которые позволят прийти к себе в команду, да, и, возможно, что-то переделать, что-то сделать по-другому. С точки зрения UX, с точки зрения восприятия той же самой презентации, как мне кажется, все-таки белый цвет букв, когда мы используем проектор, он все-таки как-то получше работает, потому что проектор, он излучает свет на поверхность, а белый свет на поверхность лучше ложится. Ну, белый свет, ладно, я на самом деле еще про заглавный слайд, где написано, по-моему, русскими буквами да. U, U, X, вот это все как да, бы, да. Это как бы вы считаете, нормально читается, воспринимается? Да, думаю, да. Это нормально читалось? Ребят, я не знаю, давайте проведем исследование. Кто считает, что это читалось нормально? Ну, окей. Давайте. Про кого? Да, конечно. А кто считает, что этот слайд ненормальный? Спасибо. Ну, то есть исследование показало, что плюс-минус норм. Ну, окей, спасибо. К моменту исследования мы не затронули вопрос, что вот, например, я и, возможно, еще несколько людей просто не стали его читать, потому что там, ну, что-то, человек побился клавиатурой об голову или наоборот. Но лично мне понравились эти гифки, потому что я искренне считаю, что одна из целей презентации — это заинтересовать и вот цепануть человека, и все, цель достигнута. Я открою ссылочку, посмотрю, подпишусь и все такое. Спасибо. Там еще вопросик. А у вас действительно база знаний на английском языке? Да. А зачем? А у нас в нашей компании есть дизайнеры, которые англоговорящие, ну вернее, как они из латинских стран, и мы на случай, если мы будем шарить все эти материалы дальше на всю компанию, мы ведем это на английском языке. Некоторые вещи командные, внутренние, исключительно внутренние, мы ведем на украинском либо на русском. На украинском либо на русском, да. Это уже со временем просто проще писать на английском, чем на любом другом. Привет. Спасибо Привет. Большое за такую классную презентацию. У нас сейчас в компании есть большой вопрос с тем, как построить грейды для дизайнеров. Потому что старое, там, знаешь ли ты Photoshop, отметь сколько там по пятибалльной шкале, это уже не работает. И вот хотел узнать, как это устроено у вас. Ох, мы боролись с этим, наверное, года три, может быть, больше. Да. Ну, а если так, кратенько, ну, как устроено? Кратенько, мы разбили на несколько категорий. Да? Мы разбили по софт-скиллам, мы разбили по хард-скиллам, мы разбили непосредственно по UX-проектированию, да, и мы углубились в UI-ку. И потом мы описывали, начали гадать, а что нужно, чтобы там человек стал сеньором, допустим, по UI-ке, да, что нужно по UX. Начали согласовывать с разными лидами, начали все это проговаривать, коммуницировать, смотреть, что в других компаниях и командах. Да. И в конечном итоге мы пришли к некоторым оценкам и к некоторым рекомендациям того, что нужно делать. Понял. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопрос?
Расскажи, пожалуйста, вот тот ресурс, где люди были разграничены по зонам ответственности. Это для внутреннего пользования или это сайт в интернете? И как вы его делали и как поддерживаете? На самом деле было свободное время у нашего Володи, наш Володя верстальщик, и он нам заверстал крутую вот такую штуку. Не знаю, видно ли это в интернете, вот там, в принципе, есть урла этого всего, и вы можете попробовать хотя бы зайти. И... Не, админки нету, просто захардкожено. Ну, нас немного, да. Спасибо.